зовут Пелевин Татьяна, я представляю компанию Quadriline. К нам не так давно обратилась компания ООО «Феникс Контакт РУС». Занимается производством и оптовой реализацией технологического оборудования. Это современный отечественный производитель сложного автоматического оборудования. Предлагает клиентам следующую продукцию – устройство защиты электросети, блоки питания, контрольные измерительные приборы, осветительное оборудование, сигнализация и многое другое. Программный продукт один из бухгалтерии 8Prof установлен на 4 компьютерах и выполняет разные задачи. Понадобилось автоматизировать взаимоотношения с заказчиками с помощью инструментов системы, оформление заказов, создание торговых документов, денежные операции. Обратились в нашу компанию ООО «Quadriline», чтобы команда программистов смогла разработать функционал на базе 1С бухгалтерии 8Prof для реализации идей заказчика. Опишу последовательность модернизации системы для автоматизации бизнес-процессов. Создали базу номенклатуры, продукцию, исходя из плана производства, автоматизировали обновление позиций по графику выпуска оборудования. Дописали работу с базой заказов по поступлению заявков через интернет-магазин. Менеджер может принять и обработать заказ в программе 1С. Оформление торговых документов происходит по разработанным шаблоном с установленной формой накладных согласно специфика компании. Отправка заказа оплачивается и организовывается частично через систему. Менеджер производит оплату транспортных услуг почты через программы «Инструменты». Поступление оплаты заказчика после получения продукции фиксируется системой и автоматически обрабатывается, чтобы менеджер видел, от кого поступили деньги и мог закрыть сделку. Заказчик остается доволен работой команды ООО «Quadriline», потому что мы сделали больше, чем ожидали. На базе программного продукта 1С бухгалтерия 8Prof руководство ООО «Феникс Контракт РУС» рекомендует разработчика для сотрудничества.